И топорная работа может быть ювелирной, если плотник – мастер своего дела. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале обзора электроинструментов, и с вами Николай Дотошный. И сегодня у меня на обзоре аккумуляторный триммер или аккумуляторная коса от торговой марки ProCraft, модель PTA 20x2. Ну и конечно же, друзья, все как вы любите, я ее буду тестировать и разбирать, смотреть, что внутри. Пробежимся быстро по характеристикам. Данная коса работает от единой аккумуляторной 20-вольтовой серии ProCraft. Двигатель в этой косе на 40 вольт. Как видите, ProCraft указали, с какими батареями рекомендуют работать. Это минимум батареи должны быть 4 ампер-час. Также указано, что здесь есть регулировка оборотов. На первом положении 6300, на втором 7000 оборотов в минуту. Это Молдавия, Чехия, Болгария, Румыния и также Украина. Кстати, друзья, поставляется данный триммер тушкой без аккумуляторных батарей. У меня сегодня на тесте будут две аккумуляторные батареи по 8 ампер-час. Также, если посмотреть информацию на официальном сайте, как вы видите, также этот триммер может быть мультисистемный, то есть добавляются всякие разные насадки. В комплект поставки данного триммера входит полуавтоматическая шпуля, двухсторонний нож 3T, ключи-шестигранники, руководство по эксплуатации с гарантийным талоном, ну и, конечно же, ранец-разгрузка. Друзья, теперь, как всегда, по традиции расскажу тем людям, кто покупает в интернете, но и нет возможности подержать данный триммер в руках, а тем более поработать. Как вы уже заметили в начале видео, данный триммер собирается из двух частей, то есть без каких-либо проблем его можно будет перевозить. Также мне понравилось в этом триммере быстрая фиксация кожуха, то есть два винта прикрутил и все. И в кожухе мертво сидят две гайки. Как вы видите, данный триммер имеет D-образную дополнительную рукоять. И плюс возле этой рукояти еще есть дополнительный рог. Это для того, чтобы делать было легче мах. Клавиша управления, все что вы видите в сером цвете, это все идет прорезиненный корпус. Клавиша управления сама по себе не включится случайно, только включится при полном положении ладони наверх и непосредственно включается. Техника безопасности, если где-то в автомобиле или где забыли снять аккумуляторные батареи, где-то прикоснулись, чтобы триммер не включился. Также возле рукояти есть панель управления данным триммером. Под аккумуляторные батареи, как видите, есть специальная пластиковая защита. Если вы снимаете, там, кладете триммер, да, чтобы не повредились аккумуляторные батареи, есть непосредственно защита. И аккумуляторные батареи очень легко устанавливаются. Ну что ж, друзья, хорош трандеть, давайте посмотрим и послушаем, как она работает. Чтобы включить косу, необходимо нажать вот эту кнопку, косилка включилась. А чтобы переключать режимы, необходимо вот нажимать именно вот эту кнопку. И третий сигнализатор, это сигнализатор о ошибке, если там коса перегрелась, если какой-то удар был, ушла в защиту, вот это, или сели батареи, вот этот третий индикатор сигнализирует ошибку. Так, давайте установлю леску и начнем работать. Так, друзья, а теперь, как всегда, по феншую, давайте проверим ее продуктивность. Сколько она сможет отработать на аккумуляторных батареях 8 ампер-час. Так, покажу, как сидит плечевой ремень. Вроде все нормально. Тут вот эти лямки все можно регулировать. Вроде все нормально. И тест, друзья, у меня будет смешанный. То есть я немного поработаю леской и также поработаю немного диском. И засеку время, сейчас время 17 часов 58 минут, погнали! Покажу, насколько здесь густая трава, здесь и крапива, здесь все есть. Вот какие-то колючки растут, ну почти мне по пояс, очень высокие колючки. Видно, да,
Сейчас покажу, вот почти по пояс, и их также попробую покосить данной косилкой. Друзья, вот реально у меня волосы в жилах стынут. Ну, вы сами видите, как она работает, и, как по мне, ничем не отличается от бензиновых по оборотах и также по мощности. Смотрите, с какой густой огромной травой, как она справляется. Давайте попробуем вот такие заросли, то, что я говорил, по пояс. Ну, здесь уже нужен нож, потому что наматывается на шпулю. Сами понимаете, какие заросли. Такие заросли обязательно я буду тестировать на ножах. Друзья, смотрите, сейчас сработала защита и сигнализирует. Чтобы ее снять, просто нужно перезагрузить косу. Друзья, буквально вот пару минут, 10 минут еще останавливался, потому что здесь как бы люди ходят, чтобы людям трава не летела в глаза, я останавливался. Такой участок с такой огромной травой я покосил на изи. Друзья, я думаю, вы увидели работу, как работает слеска. Сейчас остановлю ножи и пойду в камыш покошу, пойду там какую-то крапиву найду покошу. Но вы сами понимаете, насколько здесь густая трава и огромная. Трава, кстати, тоже здесь практически по пояс. Это заросший такой нетроганный кустарник. Никто его очень давно не косил, только я здесь его кошу, тестирую косы. Кто меня давно смотрит, тот видит, что я здесь люблю покосить траву. Так, посмотрим, что у нас там по аккумуляторных батареях. Три деления осталось, 1, 2, 3. И здесь также три деления. Друзья, я вам хочу сказать, что ни разу не порвалась у меня леска. И леска здесь, кстати, тоже идет качественная. В общем, я удивлен. Давайте сейчас установлю ножи. Я сейчас попробую вот эти колючки покосить, которые я не брала леска. Ну, они как палец толстые. Ну, давайте посмотрим. Давайте сейчас попробуем этот камыш.
видите, как бы я ни махал, как бы я ни загружал косилку, с диском даже на камыше не останавливается. Друзья, смотрите, какая огромная крапива, ну практически по плечи мне. Ее давно никто не косил, сейчас я попробую покосить. Ну, друзья, фух, у меня уже батарейка села, а аккумуляторная коса ProCraft еще работает. И вы видите, сколько в ней мощности, какая реально поддержка оборота, потому что я со всей дури махаю в крапиву, она не останавливается. Давайте глянем, сколько осталось заряда. По 2 заряда еще осталось, но я вам говорю, это просто жесть. И время 18:56, я почти час работаю, а ей хоть бы хны. Да уж, друзья, производительность просто впечатляет. Аккумуляторные батареи еще живые. Покосил я очень много. И причем, как видите, трава полевая, здесь все подряд. Сейчас у нас время 19:30. И посмотрим, сколько там еще осталось заряда. Но я уже вымотался давно, я уже еле ноги передвигаю. Одно деление осталось. И на второй батарее вот также одно деление. Ну давайте еще доработаем. Так, друзья, уже уходит в защиту, то есть уже теряется мощность. Как только начинаю работать, сейчас продемонстрирую, как это дело все выглядит. Наверное, дальше ее мучить не буду, потому что не хочу, чтобы страдали аккумуляторные батареи. И также двигателю плохо. Но, тем не менее, результат просто впечатляет. Время сейчас 19:35. Скажу свои впечатления. Руки у меня не устали. Вот реально очень помогает. Вот этот рог, ты просто за него берешься и тянешь в сторону косу. Если какой-то там, если какие-то большие заросли, крапива, вот этот рог реально помогает для маха. Ручку удобно держать. Нет никакого дискомфорта, что она не фиксируется. В общем-то, коса не тяжелая. Ты практически на себе ее не чувствуешь. Ну и самый главный плюс, когда работаешь, что не нужно вообще никаких наушников. И продуктивность реально как у бензотриммера. Ну, в общем, вы сами все увидели. Ну что ж, а теперь поехали разбирать. И хочу показать, что сам винт непосредственно вот видно здесь смазки. Внутри также видно, что есть смазка. То есть смазки здесь достаточно. Сейчас я сниму еще редуктор. Еще посмотрим с этой стороны. Ну и также с этой стороны снял редуктор. Тоже видно, что смазки в редукторе достаточно. Диаметр штанги 26 мм. Диаметр вала 8 мм. И сам по себе вал идет на 9 шлицов. Вот так вот выглядит защита батареи. Защита плотная.
Видно, что защита идет с ребрами жесткости. Вот так вот, друзья, выглядит кнопка. Кнопка обычная. Такую кнопку без проблем можно будет найти на любом рынке. Ну что ж, друзья, смотрим, какой там двигатель стоит. Да, на самом деле стоит здесь бесщеточный двигатель. Плата управления с огромным-огромным радиатором. Плюс, как видите, очень мне понравилось, что сам движок стоит на резиновых демпферах. Это чтобы от вибрации не было никаких повреждений. Все силовые кабеля толстые, плюс дополнительно также идут на специальном термическом материале. А кабеля от кнопок управления идут на фишки. Можно фишки снимать, если надо будет что-то ремонтировать, все это дело снимается. Как видите, друзья, в верхней части возле двигателя вал уже идет на квадрат. И хочу сказать, что сам по себе вал идет также смазан. Так, друзья, разобрала двигатель. Якорь идет постоянный магнит. Двигатель очень большой. Чтобы вы понимали, диаметр якоря почти 40 мм. Покажу, что в двигателе провод идет толстого сечения. Здесь 6 катушек. И передача здесь идет прямая, то есть напрямую. Ну что ж, будем подводить итог. Ну, друзья, как сами видите, наступил этот момент, когда бесщеточные двигатели практически ничем не уступают бензиновым. То есть работа получается практически одинаковая. Сами видели, какую я огромную территорию покосил. И косе абсолютно ничего не случилось. Она не нагрелась. То есть такой косилкой реально можно работать целый день. Только успевайте менять батареи. Очень мне понравилось, что здесь в этой косилке стоит металлический вал. Также очень понравилось, что стоит такой редуктор, как в бензокосах. Ну и сама по себе шпуля, как вы видите, тоже качественная. Я ни разу не подтягивал леску. Леска здесь стоит 2,7 мм. И как видите, эта леска тоже качественная. И мне вот реально не стыдно рекомендовать данную косилку для больших объемов работы. Потому что служить она будет со слезами на глазах от счастья. Ну а если тебе понравился обзор, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, а то пропустишь много чего интересного.